приехали на номер 3, на батарею номер 3 в Лепае. Это часть тоже сооружений, которая защищала Балтийское море, часть фортов. Здесь вроде как полуразрушенные, может быть, не совсем. Пришлось кругом ехать, чтобы сюда подъехать. Это ж так пешком можно было, в принципе, дойти сюда, так как недалеко находится батарея номер 1. Хотя они довольно далеко. Здесь тоже, да, подорвано все. Тоже спокойненькое море. Никто не парится вообще. Только я тут хожу. Мне интересны эти глыбы старого бетона. Жаль, наверное, не попаду на 1 форт, как музей сделанный. Потому что он опять закрывается, я просто по времени уже не успеваю тут все облазить. Что, пойдем по туннелику? Если это туннелик, конечно. Да, туннелик. Пойдем посмотрим. Тоже засыпан. Полузасыпан. Будем периодически выходить, посмотреть, где мы тут шароебимся. Я уже думал, может, остаться тут на денек, посмотреть этот форт. Но я думаю, он просто обычный форт, там ничего такого интересного нет. Вот здесь пушка стояла. Тут, наверное, этих фортификаций очень много, я так думаю. Но в плане типа разбросано по самой Лепае. Просто на карте, допустим. На карте просто не все обозначено. И ты вот так вот ходишь и не понимаешь, что ты смотришь. То есть конкретно вот этот форт обозначен как батарея номер 3. Там была вторая батарея, где вот этот ветряк дует. Там мол. И за молом, наверное, еще батарея.
Да, эти тут туннельки, тут они уже засыпаны. Интересно, эта шайба так осыпалась или она такая маленькая была? Я думаю, просто осыпалась. Самый интересный объект — это вот этот, который в море. В нем больше всего фоткаются, смотрят. Но это когда был отлив. Сейчас туда не зайти. Не хочу по этим ржавым там. Гвозди, камни, всякая херня. Да, здесь больше-то и смотреть нечего. Маленький такой, маленькая батарея. Вторая батарея была побольше. Короче, латышский генерал получил разрешение воевать против Советского Союза во главе нацистов. Вот такое вот. Не знаю, интересно было, неинтересно. Именно тут такой простенький, не очень интересный был. Сейчас попробуем зайти в туннелик. Не знаю. Все просматривается даже сегодня. Шахты вниз уходят. Ну, понятно, что сегодня это используется как местный туалет. Фигово, что это все не законсервировано. В отличие от тех же, допустим, швейцарцев или немцев. У них такие объекты запечатаны, то есть нельзя вот так просто ходить. То есть понятно, что люди там как бы все равно ходят.
всех жильцов. И швейцарцев, допустим, все законсервировано, все. То есть находится в хорошем состоянии. Ну понятно, тут может быть подорвали. Хрен с ним. Так что вот такое вот видео интересное было. Надеюсь, было интересно. Всем пока.